охрана сидит, если вы тут О! Ух ты! Да, мы с Романом рыбачим в районе набережной Слободки. Рома, видите, уже все. Сейчас будет заброс. Проверить сейчас он донышко. Вот. Значит так, корм вот такой у нас сегодня. Решили ловить на одной дистанции. Ну, на Якусимке 30 оборотов, да? Угу. Ромыч открыл счет, поймал одну кустерину. А так, в принципе, ни хрена не клюет, блин, даже мелочь. Вода упала прям-таки очень сильно. И вот мы просто надеемся на то, что, может быть, солнышко встанет и рыбка начнет более интереснее себя вести по отношению к нам. Кстати, монтаж у меня сегодня самый обычный, инлайн, без всяких бусин стопорных, просто плетенка связана с фидергамом и на нее натянут такой стопорный резиновый стопор и коннектор. Пожалуйста, все. Фидергамчик Монтерей 08. Какая, но плотва. Первая, маленькая, конечно. Отпустим, но плотва. Не, пусть там. Возьми. Я золотом. Давайте ему палец в попу сунем. Нет, снимай камеру, его два. Запрет стоит на спине, он решил сюда. Голова, это пузо. А что ты не плохо выговариваешь слова? Скажи нормально. Голова. Чели, чели. Да ладно, поддержите его, чтобы помочь, что просто. Да ладно, Леша сам знает. Фу, молодчик. Браво. Аплодисменты. Ну, может, теперь достать. Ну, и кто это? Подус. Подус, конечно. Вызывай милицию. Я пущу. Так как подус рыба краснокнижная, поэтому ее стоит обязательно отпустить. И подлещик. Как-то неожиданно. Правда же, Роман? Не отрицаю, по-любому. Белая зависть гложет. На камеру, конечно, естественно и понятно, никогда не клюет, блин. Хоть ты там посри, блин. Всегда, я же тебе говорю. Значит, все нормально, есть рыба. Есть, никуда она не ушла. Ни на кордон, ни на... Ни на дальний. Ни на дальний, ни на ближний. Космодром восточный. Да. Вот такая плотва.
еще утю поймать. Два гуся. Да, пора открыть. Рассупонить, блин. И снять пыльцу девственности из баночки кукурузы. На хукер, да? Да. Ну да, видишь, на хукер все-таки. На хукер. На густера чуть-чуть поселекционно побольше, блин. Пойдемте, подойдем вон там в Берендею. Спросим у него, клюет ли. Клюет ли у вас что-либо, молодой вот человек? Самое мясо. Клюет. Вот так как посмотрел на свои руки, я думаю, клюет. Давись. Вот он будет. Понял? Добро. Ну да, добра. А он с молодой на поле ловит. Да, я терпит как бы. Видали, блин. А съемки велись. Так, рыбали в условиях. Вообще, конечно, дешманский, но мы на ходовой рыбалке. Отхватка, это точно закинуха. Ты аккуратно. Неси свою подхватку. Не, вопросов нет. Принести. Пластичка. Ну, классика. Моторола. Ты ж густера. Ты ж как первую рыбку напустить сразу. Нет, она не первая. Мы сейчас ее отпустим, конечно. Садок. Алексей, а я же поверил, наивный ты человек. Ой, жизнь тронула. Дурак. Ростишь, ростишь, молодое поколение. Ромик, я тебя не ожидал такого фарса. Отпусти рыбу, злодей. Главное, член профсоюза рыболовом. Ну сейчас за углом раз и голову откусывает. Хруст стоит на всю речку. Голову съел, тушку. Как старичок так. Голову съел, тушку. Вернись, злодей! Неси комбикорм, Ром. Дико фотка на фоне. Не, плотва. Плотва, плотва. Плотвичка батонистая. Поднимай. Ох, красава. Ну да, такая батонистая, слиточек серебра. Приятно. И пускай ловит на червей. На Терома уже тащит очередного. Очередной не успел забросить меня. А там опять батон. Да вытаскивай ты на грудя его. Да, Кирюх, здравствуйте. Ну да. Ух, красавец. Отпускать будешь, да? А? Будешь отпускать? Да. Ой, какой красавец. На перловочку. Да. Не отпускаем ее. Садок. Гудбай. Пока, ребят.
перестал рыбку реагировать на какие бы то ни было ухищрения с моей стороны. Ни длинные поводки, ни замена крючков, ни толщина лески, ничего. Абсолютно ничего ее не интересует. Валилась, блин. Не сразу все стало нормой. Были некоторые сомнения по поводу вообще, осталось ли тут рыба, или с падением воды она уходит куда-то, откатывается дальше. Нет, рыба стоит там же, где и стояла, просто немножко менее активно из-за того, что, скорее всего, погода внесла свои коррективы. Сами знаете, погода — это наше все. Но затем все уладилось, устаканилось. Целенаправленно кормленная точка дала свои результаты, и довольно неплохо отловился по плотве. И даже поймал подуст. Подуст, конечно же, отпустил. Рыба краснокнижная. На этом, наверное, рыбалочку прекратим. Пойдемте, скажу, что поймал. Неплохая плотва. А на этом у меня все, ребят. Тянут хмалеск. С вами был Алексей Райтлер. Пока-пока-пока.